Девочки, позвонила женщина, что на остановке уже 2 дня лежит беременная кошка. Позвонила, когда я ехала, выезжала из дома, из приюта, вернее. Ну что, попросила Володю, мы с ним поехали вместе. Я подумала, если дикая, брать не буду. Но кошка оказалась домашняя, брошенная. И если она сегодня ночью не родит, то я не знаю, она на грани. Она реально на грани, раздутая вся. Я даже не знаю, как поступить, если честно. Просто не знаю. А кошка домашняя, ласковая. Все, не боится. На ручки пошла, в машине спокойно ехала. Друзья, эту кошечку мы вчера забрали с остановки. Женщина 2 дня ездит на работу и видит кошку. Кто-то очень добрый постелил ей даже тряпочку там и поставили на скамейку молоко. Но никто не догадался взять кошку и донести ее хотя бы до стационара. Да, моя хорошая. Ну что, мое солнышко, моя девочка, моя хорошая, моя красавица. Шарик ты раздутый. Даже не знаю, что с тобой делать. Что, мое солнышко? Ну что ты? А, детка? А, ты разговариваешь? Да. Чувствуешь себя плохо, да? Малыш, моя красавица. Наоми. 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 Маленький. Я думаю, она начинает рожать. Она уже кричит. Крутится. Ну что, моя хорошая? Все будет хорошо. Я ей место подготовила еще вчера вечером. На всякий случай. Коробку неправильно поставила. Вот так. Все. Так что решила перекусить. Так что, если что, пусть залезает, рожает. Кошка умница. Горшочек ходит, все знает. Место ей показала несколько раз. Надеюсь, она сама найдет его. Девочки, я думаю, стерилизовать нельзя. Она на грани. Солнышко, что? Ложись, ложись, ложись. Здесь все хорошо тебе. Да? Шарик, моя девочка. Поет. Поет девочка.